Более 3000 жителей Люберец приняли участие в митинге-концерте в поддержку участников специальной военной операции, которая началась год назад. Со сцены звучали песни и слова поддержки в адрес российских бойцов. На концерте работал Богдан Колесников. В Наташинском парке с утра многолюдно. Волонтеры раздают значки и флажки. Высказать слова поддержки российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, хотят все. Чтобы все возвращались с миром, с победой. Я очень люблю Россию. Мы с ними, мы их поддерживаем, мы переживаем за них, мы их любим и молимся все время за них. Ребята, скорее возвращайтесь домой. Вас ждут родные семьи. Поддержать участников СВО пришли ветераны боевых действий, учителя и врачи, члены общественных и молодежных организаций, представители власти. Наши земляки находятся на территории Украины, защищают рубежи нашей Родины, рубежи новых регионов. Там, где на протяжении последних 8 лет уничтожалось все русское, все, что близко любому русскому человеку по духу, по совести, по чести. Самые тяжелые времена наш народ вставал плечом к плечу для того, чтобы сплотиться и для того, чтобы победить. Вместе мы сила, вместе мы победим. Мы едины, мы все едины, и мы поэтому непобедимы. Поэтому, друзья мои, я искренне желаю каждому из вас здоровья, благополучия и мира всем нам. На патриотическом концерте выступили заслуженные артисты Московской области, творческие коллективы округа. Митинг завершился исполнением государственного гимна Российской Федерации. Своих не бросаем! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.